Твою ж мать. За свою жизнь я четко усвоил одно простое правило. Никогда не лезь в чужой холодильник. В лучшем случае наткнешься на прокисшее молоко. А в худшем... И вот так нихера себе. Не как сам Рейдж Бартмас. Погоди, тот самый Бартмас, который запустил Рэббитс и грохнул первую сеть? Нет, блять, его покойный дядюшка. Ну, конечно, он, кто еще? Я-то его ни с кем не спутаю. В 20-м году по всему городу висели плакаты с его рожей. Все на него охотились. Но еще бы, враг государства номер один. Вот ведь бедняга. Лежал тут, как дохлая крыса в морозилке. А потом что-то перемкнуло, и он оттаял, как свиной окорок. Ага. Судя по аромату, лет 20 назад. Так, короче, все. Больше не могу, я пошел. Да погоди ты. Мало ли что тут еще может быть. Древности времен первой сети, еще поди на паровой тяге. Жалко уходить просто так. Ладно, я подумаю. Вот именно, все равно спешить некуда. Посмотри, вдруг найдешь чего. Во, это Элайла от SGI Tech. Лучшая кибердека в своем классе. Вот, а я тебе говорил. Иногда стоит и в дерьме порыться. Слушай, я тут подумал. Помнишь Никса из Посмертия? Он вроде в старой технике разбирается. Я бы к нему обратился. Кто знает, что можно вытащить из этой штуки.
Спасибо, друг. Я уж думал, мне конец. Привет, Ви. Как жизнь? Слушай, между нами, нетранерами, может, дашь мне пару советов? Почему нет? Если бестию ты устраиваешь, то меня и подавно. Могу научить тебя паре хитростей еще времен Бартмоса. Рэйча Бартмоса? Того самого? Надеюсь, ты надо мной не стебешься. Перед тем, как исчезнуть, он рассовал по самым темным уголкам сети
целую кучу всяких разных ледоколов. Да, говорят, он был параноик. Как думаешь, что с ним стало? Да кто знает. Но я тут раскопал кое-какие его древности. Давай покажу. Слушай, Никс, я тут нашел Деку Бартмаса. Что еще расскажешь? Небось и пленки Тьюринга заодно? Я серьезно. Сам посмотри. Ух ты! Ни хрена ж! Ви, это как? Ты где это намыл? Да так, в холодильнике за городом, под гниющим трупом прежнего владельца. Да, Бартмас в своем репертуаре. Дозор его искал и в Шанхае, и в Лахоре, и в Сантьяго. А этот засранец сидел в сети и мог бы еще долго продолжать свои дела, если б питание не вырубилось. Из нее реально что-то вытащить? Само железо разваливается, плюс там конденсат. А память, небось, зашифрована так, что... Давай без подробностей, возьмешься или нет? Могу попробовать. Весьма вероятно, что ничего из этого не выйдет. И тогда инфа будет потеряна. Навсегда. Ну, кто не рискует, короче, делай. Ладно, клади Деку на стол. Только осторожнее. На, держи. На, держи? Вот так? Без всяких церемоний? О, Ви, простая ты душа. Найди ты святой Грааль, насыпал бы в него орешки. Ладно, приступим. Данные повреждены, но не все. Пароль. Попробуй брутфорсом. Не, не вышло. Раньше вообще было принято инжектить вредоносный код. Ха! Порядок! Остался последний барьер, но вообще-то как-то все слишком просто. Уж кто-кто, а Бартмас мог бы и заморочиться. А, бля, жопа, пиздец! Давай, Ви, думай быстро. Пара минут, и его мозг поджарится до хрустящей корочки. Так, что тут у нас? Ты же сам видел. Эта штука поджаривает мозги. Точно хочешь подрубаться? Заткнись. А, твою ж мать! Субтитры сделал DimaTorzok.
порядок. Чтоб тебя... Ну, живой? Вроде как. Только в череп горящих углей насыпали. Так, а что случилось-то? У тебя начались судороги, свет погас, и все заискрило. В общем, пришлось брать дело в свои руки. Стоп, стоп. То есть это ты взломал деку Бартмаса? Сам? Да мне просто повезло. Ага, еще скажи, что новичкам везет. Ладно, посмотрим, что ты из этого артефакта вытащил. Логи, почта, старые переписки. В принципе, любопытно, но ничего особенного. А, жаль, конечно. Ну ладно, я все равно покопаюсь в файлах. Вдруг найду что-нибудь еще. Слушай, вообще мои услуги обычно стоят немалых денег, но в этот раз я у тебя в долгу. На вот, возьми. На этой щепке пачка демонов. Их, конечно, не Бартмас написал, но ты все равно возьми, вдруг пригодятся. Спасибо, Никс. Ты как? Ничего, оклемаешься? Может, помощь нужна? Не-не, все в порядке. Выпью пачку болеутоляющих, полирну вискарем и буду как новенький.